Анонсированные президентом разовые выплаты пенсионерам и военным обойдутся бюджету в 500 миллионов рублей. Об этом сообщил сегодня глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, деньги возьмут из дополнительных доходов бюджета страны. Как заявили в Госдуме, экономика страны достаточно восстановилась от кризиса, чтобы направить эти деньги на поддержку граждан. Ранее Владимир Путин предложил выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим по 15 тысяч рублей. Он уточнил, что разовая выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.